Столетнему юбилею украинской революции в историко-краеведческом музее презентовали передвижную выставку «Отважные герои наши». В экспозиции представлены различные мультимедийные материалы, фотографии и фотореконструкции украинских революций, которые прошли в течение века. Она мультимедийная, можете обратить внимание. Тут есть видеоматериалы, есть телевизоры, которые показывают эти видеоматериалы. Но также есть определенный интерактивный контент. Обратите внимание, тоже, скажем так, есть стенды с информацией. И даже без экскурсовода любой посетитель может узнать детально о событиях украинской революции. Экспозиция «Отважные герои наши» путешествуют украинскими городами уже год. Одесса не последний пункт. Куда отправится выставка дальше, пока неизвестно. В нашем городе ее можно будет посетить до 2 сентября.